я даже не знаю, что сказать. Молодцы, это мама. Вы большие трудяги. Меня очень порадовало даже не то, что вы там стали лучше петь. И так трогательно, что вы так выросли за 3 года. И творческие, ну, по-человечески уже такие. Сейчас смотришь, когда на экран такие пигалицы, пигальки такие. А сейчас уже взрослые. Вы каждый пришли со своим характером. А за 3 года вы приобрели свою личность. Человеческую, творческую. Это очень приятно. Я... Знаете, что меня особо порадовало? Вот если упала пилотка, то чем вас за 3 года все тумкало-тумкало, неужели это тумкало? Вот поете, упала пилотка у Нестора, внимания не обратил. 0 внимания, фунт презрения. Потом невзначай ее поднял, напялил, понял, что не туда, скинул. Продолжать то, о чем я говорил, что на сцене надо жить. На сцене может что-то упасть, на сцене что-то может случиться. Молодцы. И почти у каждого это было. Майерка. Я ей дала цветок, думаю, собью. Нифига. Она его обыграла. Молодцы. Все молодцы. И на примере просто этих ребят я поняла, что вы, конечно, приобрели какой-то свой творческий почерк. Все дети такие замечательные. Каждый показался. Forget.